Всем привет, с вами Фантайм Папит, и сегодня я покажу, как делать мои три самоделки по Лего. Первая самоделка — это у нас вот этот вот брелок с манипулятором. Манипулятор делается легко. Нужно тело дрона, можно сказать, из Звездных войнов. Или просто из набора про Марвел. Стихи. Ну, помните. Из Люди Икс. Это есть у енота. Закрепляем две таких, посередине крепим такую. Ставим манипулятор в руку. Манипулятор готов. Первая фигурка готова. Вторая у нас — это вертолетчик. Вертолет тоже берется тело, берется прикрепка такая вот, берется какой-нибудь мотор из примерно набора такого, загибается вот так. Нужен такой любой человечек вот с такой вот фигней. Крепливаем, и вот вам человек с вертолетом. А дальше, вот, геймер, кстати, я его разыгрывать буду. Дальше у нас понадобятся вот такие вот полости две. Закрепка. Вот. Ну и остальные детали на ваше усмотрение. Надо их всех соединить. И вот три модели фигурки. Три целых модели. Три модели. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, в следующем видео я покажу другую самоделку. Всем удачи, всем пока.